В День республики 11 октября вступает в силу обновленная Конституция Башкортостана. Напомню, местные законы привели в соответствие со вновь принятым основным законом Российской Федерации. Так, в Конституции закреплены требования к кандидатам на должность главы республики. И может быть гражданин России, достигший 30-летия, не имеющий гражданства или вида на жительство в другом государстве, руководителю региона запрещено открывать или иметь счета, хранить наличные средства и ценности в иностранных банках за рубежом. Расширены полномочия республиканского парламента. Теперь госсобрание будет согласовывать назначение на должности заместителей премьер-министра правительства. В Конституцию внесены положения о сохранении памяти предков. В связи с этим в республике будет сформирован государственный реестр национального наследия. И вот в него будут включены в том числе такие значимые и уникальные природные объекты, как заповедник Шульганташ, природный парк Иремель, Мурадымовское ущелье, башкирские Шиханы. Ряд положений обновленного основного закона вступят в силу 1 января 2023 года, отметили в госсобрании. Они касаются упразднения Конституционного суда республики и создания Конституционного совета.